Михаил, сегодня завершился ваш мастер-класс в Солнечногорске, но хотел бы у вас спросить, как человек, который в олимпийском дзюдо уже много лет, на ваш взгляд, вот предстоящая Олимпиада в Токио, кто, на ваш взгляд, может претендовать в мужских весовых категориях на попадание, так сказать, на пьедестал, ну, в том числе на олимпийское золото? Ну, давайте, может, так, не знаю, насколько вы прям следите за всеми спортсменами, ну, допустим, за всеми слегка, правильно, хороший подход, ну, допустим, 60 килограмм. Не, ну, я по весам давать не будем, как бы, я, в принципе, во всех весах одни и те же, как бы, Россия, Япония, Грузия, Монголия, ну и там европейские страны тоже. Ну, в принципе, Олимпиада такой старт, что как бы много сюрпризов бывает вот на той Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году тоже вот 66 килограмм выиграл Фабио Базиль, как бы на нее никто не ставил, что он даже войдет в тройку, он взял и выиграл. Так что дождемся. Хорошо. Августа и узнаем. Хорошо, ну вот, а такой вот, как вы думаете, олимпийские чемпионы Рио могут ли удержаться на Олимпе? Смогут ли? Ну, допустим, тот же Фабио Базилея, там, Базилея. Если он перешел в другой вес, 73 килограмма. Да, ну, удастся ли ему повторить свой, так выиграть? Сказать? Ну, не знаю, посмотрим, там есть сильные. Халмурзаев, 81 килограмм. Не знаю, как бы. Олимпиада пройдет, будет видно, все угадать. Олимпиада отличается от чемпионатов мира. Ну да, как бы больше ответственности, более что все как бы, волнения. Хорошо. Чуть-чуть неожиданные могут. Для 12-й год российская сборная — феноменальный результат Олимпиады. 16-й год тоже не уступает, да, золотые медали и так далее. Удастся ли российской сборной в Токио, ну, не меньше медалей, чем на предыдущих Олимпиадах? Ну, как бы, удастся ли? Конкуренция же большая, все-таки уже присмотрелись и к российским спортсменам. У нас вся команда готова, так что я думаю, результат будет не хуже. Впервые будут командные стенка на стенку. На ваш взгляд, кто будет первым? Кто будет первым? Я, конечно же, думаю, что Россия выиграет, а там посмотрим. Ну, вы думаете, вот такой интересный формат стенка на стенку? Ну, конечно, такой. Более для зрителей, более такой зрелищный. Ну и последний вопрос. Где, как вам больше нравится выступать, в личных или в командных соревнованиях? Ну, у меня в командных моего веса нет. В командах мне тоже нравилось выступать. И пожелание для всех олимпийцев, кто поедет на Олимпийские игры, не только российских, но и во всем мире. Показать достойную красивую борьбу. Спасибо. Это был Михаил Пуляев. До свидания.